вон туда. Чё вон творит? Туда поток. Что творится? Село в Башкирии затопило после сильной грозы и ливня. Реки по улицам побежали в селе Кандрыкуль в Туймазинском районе, сообщают очевидцы. Сегодня, 4 июня, село Кандрыкуль затопило после сильного ливня и града. Видео с места событий делятся очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что улицы оказались полностью под водой, и теперь вместо проезжей части и тротуаров есть ручьи с бурным течением. Кроме того, местные жители сообщают, что в какой-то момент вместо ливня во время сильной грозы пошел град. Кадры с места событий также появились в социальных сетях. Между тем, до соседнего города Октябрьский, со слов местных жителей, дождь так и не дошел.